брошенные телятники или что-то такое. Населенный пункт. Да, с левой стороны, походу, интереснее картинка будет. Сейчас с правой стороны что-то будет из названия. Название Болотное. Где этот комментатор? На Болотной тоже стоим пару минут. Питание видеорегистратора Кенори осуществляется через внешний аккумулятор. Который покупал на Алиэкспрессе. Раньше тестировал этот аккумулятор. Его хватало на 8 часов непрерывной съемки. Это местные электрички. Поехали. Он сказал, поехали. Он махнул рукой. Электричка полупустая.
стекла грязные, ничего не видно. Болотные. Станция болотная. Солдатики, вежливые люди, ну какая система, да? Ну да. О, кстати, рекомендую. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Вот можно. Вы же с нами ехали. Ехали, ну, в этом году нет. Да вот вы ехали. Вот вы ехали в пятом вагоне, в шестом. Я? Не, я летом ехал в вагоне. Вы смотрите, ну, почему вот такие бы не продавать люди? Ведь многие, я обратил внимание, едут простынями. Это видеокамера. Одеялами, простынями. Ну, там маленький ребенок. А что вы снимаете? Просто? Да. Пейзажи? Да. Так людей нужно снимать, правда? Знаете, не у всех есть возможность проехать по России на поезде, посмотреть ограниченные разные. Сколько она стоит, эта система? А Кенори, да, 8, наверное. Тысяч? Да. Вот они. Ограниченные возможности. Понятно. Посмотреть. Ну прекрасно, слушайте, все потом все будете смотреть. И станции, и все это прочее. Ну, природа, да, там. Красиво, молодец. Вот так вот. Вот идет что-то, строят. А, металлолом грузит. Thank you.
лучи солнца на нашей стороне.
Снежные поля, все в снегу. Солнце клонится к закату. Ну, съемка пока вроде бы. Идет нормально вроде бы. Дрожание, дребезжание. По картинке зима вроде бы прошла свой пик. Это еще холодно, морозно, но на южном склоне, на южных частях вот уже видно ноздреватый снег. Снег. Деревья еще спят в зимней спячке, следы по снегу, то есть зайцы, мыши, может быть, бегали, много следов мелких животных. Заячьи следы легко распознать. Остальные я не следопыт. Там овсы покрыты снегом. Станция. Не смог, не успел прочитать. На горизонте вышка телекоммуникационная. Дома. Часть домов брошена. Кто-то строится. Причудливые тропинки.
Что-то с поверхности, а под снегом в жизни. Мышки и кроты. И другие мелкие грызуны. Здорово меня подвел до такого 6. Не знаю, какого качества будет видео заключительного дня от Новосибирска до Кемерово. На трассе автомобильная съемка. И не знаю, какого качества будет съемка из окна поезда. Я хотел следить только что. Заячий видел. Хотел снять, но что получилось, то получилось. Просторы России просто невообразимые. Но это видео я снимал с Кемерово в сторону Москвы в теплое время. Не помню, осенью или летом. Нужно будет рассмотреть возможность вести съемку из левого окна по ходу движения. Ну, посмотрим. Время покажет. Тянул немножко занавески, чуть попозже покажу. Приспособление свое.
нету нифига ни интернета, ни Билайна, ни мегафона. Тут черта нет. Нету связи ни Билайна, ни мегафона. Так, появился Билайн. Лыжники, детишки.
Кемерове дорогу Архат-Лукум в кокосовых опилках. Что хочу сказать. Ребята, не умеете делать, не делайте. Качество, вкус отвратительный. Так. Нету ни Билайна, ни Мегафона. Я не говоря про МТС. Не покупайте Архат-Лукум вот в этих опилках от кокосового ореха. Отвратительно. Я больше никогда не буду покупать такого. Не умеете, не делайте.